Привет! Ты попал на канал Виденч, и сегодня я решил запилить для тебя челлендж в CSGO, да? Суть челленджа такова, что после каждой смерти я буду уменьшать ППС свой, вот, насколько это возможно. Ближе к концу челленджа у меня возникли траблы, ибо CSGO начала банить команды, ну, типа там какой-то лимит стоит, ну, впрочем, вы все это увидите. Я так думаю. Вот, потому что ролик я еще не смонтировал. Впрочем-то, если хочешь со мной поиграть, то ссылка на Discord в описании. Если хочешь пообщаться, ссылка на ВК в описании. Также продаю аккаунт в Epic Games. Если кому интересно, пишите в ВК, я скажу стоимость и все это. Вот. Что еще? Подписывайся на моих друзей и приятного просмотра. Это будет бэм. HB. TX. После каждой смерти понижаю фэпс. Ну да, тут в принципе смерть была вообще такая вот. Да. В общем-то, сейчас у меня 100-150, да? В основном. Ну. Ну вот, давайте поменьшим до 140. ФПС макс 140. Давайте. Уменьшаем на 10. Вот. Давайте посмотрим. Да. Не очень приятная смерть, кстати, господа. Да. Да. Андр. В Андре был чувак. Оба. Одного забрали мы одного забрали. Одного воя нахитовал. Давай, вылазь, шкура. Ты должен вылезти. Давай, да, молодцы, господа и дамы. Вы его забрали. Вы его забрали. Дефай, чувак. Чувак, дефай. Красавец. В этом раунде мы не умерли, потому... ФПС мы не не, да, не уменьшаем, вот. Так. Вот он, денег не хватает. Все мажоры, ё-моё, ё-моё. Екс. Давайте побежим с вами, господа, на Б, да? Ну вот. Поразваливаем немножко на Б. А может и получим. Екс, банихоп, который я не умею юзать. Ну давай, дядя. Я тебе помогу немножко. Да, хорошо забахопил. Бахопил. Дам флешку, господа. Да. Мне тут молик под ноги кинули. Спасибо. Спасибо. Так, одного забрал. Надеюсь, наши ребятки нам помогут, но нам никто не помог, никто палос не забрал. Поменьшаем фэпос еще на 10, был 140, делаем 130. ФПС, о, макс, о, 130. Давайте. Красавцы, ребята, красавцы, вообще вот лютые, вообще красавцы, меня никто не спас. Ладно. Возьму АВП. Хоть что-нибудь, надеюсь, смогу сделать. Потому что в последнее время вообще не получается с АВП играть. Ну ладно. Let's make
Пекс, давайте побежим в окно. Спасибо! За то, что путь нам открыл. Давай чекнем. Может, будет кто-нибудь? Никого не будет? Никого не будет? Это Б, да? Бежим на Б. Ну да. Рыжий стоит. О, молик под ноги мне. Красиво залетел. Мда, сгорел сам же в своем молике, господа. Самые смешные смерти, это квитончу. Вот. Профессионально сливаю, это, руиню катки вам, вот, сливаю каточки. Да что ты, черт побери, такое несешь? Давайте, FPS Max 20, 120, FPS Max 120, давайте. Мне вот интересно, что будет под конец, потому что это будет, наверное, жопа. Надо тащить, тащить надо. Так, дэк возьмем. Надо тащить, потому что, ну, камон, к концу игры я вообще играть не смогу. Пекс. А еще, в общем, эти вот так вот бегают. Ладно, я ничего говорить не буду. Потому что, ну, я сам еще нубик. Ну да, пошел на А. Пошел на А, значит. А они все на меду закидывают, правильно? Так, там кто-то ходит. Снизу. Да. Ага. Оранжевый красавец. Оранжевый им не помог. Ага. Стоп! Ладно, FPS Max 110, да? FPS Max 110. Да, просто понимаю, просто... Не... А ему главное получилось его убить, да, мне ассист дали, круто, да? Вообще, вот, вот вообще, вот мне нравится это все. Угу. Спасибо. Давайте попробуем сделать сумму. Давайте возьмем кит. Чтобы если что успеть задепать. Вообще не летит. Вот вообще. Как это шаблоны какие-то такой. Ой, ну вообще не летит. Вообще. Так. Ага. Ага. Ребят, ты мне... Вау, 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 вау. Ну, да, что это? Несколько раз же попал. О, боже мой. Да всем насрать. Мне вот вообще эта игра нравится, вот вообще, вот кайфу, ребят. Вот, вообще, не знаю. Угу. Спасибо. Спасибо, пацаны, что, ну, вы там разбираетесь, да, красавцы вообще, вот вообще лютые, ребята. Ага, нет. Так, я лучше туда не буду лезть. Давайте, пацаны. Ладно. Да. Просто сидит, как крыса там сидит такой, на чили пацанчик. Ладно, квест Макс 90. Вот. Вот так. То есть, вот так. Да. Вообще, вот хорошо летит, вот вообще мне нравится, вот вообще. Вот вообще, вот человек попадает, мгновенно, а я не могу. Не знаю, не знаю. Что у меня за кривые руки? Кривые руки я. Сейчас это взять. Б будет? Так, а. Полетели на А. Полетели на А. Оу, кайфули, как кайфули. Коннектор. Лови! В ебучку. Все, лови в ебучку. Вот так вот, вот так вот. Давай, 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 давай. Да, а бабку свою. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Ё-моё, уже 12 минут тут проходит. Красава. Нет, я думал, ты пойдешь. Давайте, вылазьте, пожалуйста. Пожалуйста, вылазьте. Пожалуйста, ребята. Ребята, вылезите. Вылезите куда-нибудь, пожалуйста. Это да. Это да. Чувака, чего я убил даже.
не засейвил. Он же видел. Ну да. Давайте возьмем 80. КПС, макс, 80. Люблю вот таких вот, ну, людей, которые не сильно просто сбегают от своих мыслей, то не чекают ничего, красавцы. Вот, это я не про тебя, как просить, как бы, у него. Текс. Текс. Ну, дядя, куда ты лезешь с юспом? Да. Это мид, да. В коннекторе была мразь. Такс. Как он так играет? Да. КПС, макс, 70. Вообще кайф, вот вообще ловлю кайфули. Кайфули. Yes. Понимаю, просто понимаю, да? Что это такое? Почему? Почему у них вот так вот мгновенно просто взлетает? КПС, макс, 60. Знаешь, играть типа, ну, на тактику, как на позицию, чисто убивать, убивать и все. До конца просто сидеть, вот такая наша. Делают. Да, его так видно, он что-то пытается сделать. Ну давай прогрессируем его, Гэрроди, он поднимает коннектор, вот МР2, поднялся коннектор, бомбу поставили. Он знает, что на Тетрисе, ну, по крайней мере, слышал, что на Тетрисе был чувак, и тем не менее, он его не забирает. Увы, мы потерпели поражение. У них вообще какие-то чуваки жесткие. Non-prime. Слышь, ты черт? Умный, блядь, стреляет он по своим. Мразь тупая. Зачем такие вообще на свет рождаются? Ага. А все, потому что, знаете что? Потому что вот этот вот игрок МР2 изначально в начале раунда мне снес немного хп. Возможно, я бы дожал того чувака, потому что у меня ему снес столько же, сколько у меня было. Так что МР2 улетает за гриппинг. И помехи, нормальная игра. Вот так вот, так вот и бывает. Давайте, КПС, макс, 50. Интересно вообще играть. Ой, игра между нами. Поверила, дами. Ха-ха-ха-ха, дами. Да. Ну и что они делают? А, они бамбусы. Ну, это молодцы. Хорошая стрельба у нашего дядька. У меня не лучше. Ладно, допустим, у меня не лучше. Будем таксить еще что-то. Ну, они немного жили. Красавцы. Уважаю. За это респект. Лайк. Да. Главное не тильти, да? Если ты будешь тильти, то вот такая вот фигня будет. Давайте, вылезите с точной головкой, я просто сразу же нажму на кнопочку, и у вас не станет. Давай, раз, два, три. Ой, хорошо-то как прилетело. Наши птенчики должны растащить там. Давайте, ребят. Нет, это фигня. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Все, бегаем. Улетает. Либо он сможет, либо он сейчас. Давайте КПС Макс 40. Давайте КПС Макс 40, я же поставил. Почему что-то отдал на самом деле? А вот теперь тоже с этой фигней хочу поговорить. Чё, называем Бовы, пацаночки? Мальчики, делай HD, Zlatik Army. Меня подперло, чисто подперло. А с тобой покайфу. Мы с тобой укайфуем. Да. Давай, ага. Made a B. Made a B? Серьёзно? Maybe B! Maybe B они хотят? Вау! А maybe A они хотят сделать сейчас? Перетяжечку? Да. Красавцы.
Это было рискованно потерять фотоса еще. Было рискованно потерять еще фотоса, но вот за такой раунд я делаю плюс 10 FPS. Мы делаем FPS 50.